В Северодвинске определились с датами проведения школьных выпускных. Постановление накануне подписал глава города Михаил Гмырин. Выдавать аттестаты 9 и 11-классникам будут в течение 3 дней. Это 18, 24 и 25 июня. В эти дни вступят в силу ограничения по продаже спиртосодержащей продукции. Алкоголь, в том числе и пиво, будет продаваться лишь до 13 часов.